Налоговики призывают владимирцев быть внимательными при заполнении платежек и налоговых деклараций. Вместо кодов ОКАТа с 1 января в документах нужно ставить коды общероссийского классификатора территории муниципальных образований или ОКТМО. Но есть одно «но». Если вы, как физическое лицо, не успели оплатить по предъявленным налоговым уведомлениям суммы имущественных налогов, то есть это за транспорт, за имущество, за землю, которые вы получили в прошлом 2013 году, где указано код ОКАТа, то с этими квитанциями вы тоже можете обратиться в отделение банков, и у вас они будут приняты, то есть переписывать их не надо. И еще одно новшество. Те, кто платит НДС, с этого года должны сдавать отчетность только в электронном виде через интернет. На нее еще не успели перейти около 20% предпринимателей и юридических лиц региона. Адреса специализированных операторов связи мы можем найти на нашем сайте, сайте Управления Федеральной службы по Владимирской области. Соответственно, выбираем более-менее понравившимся по ценовой политике или еще по каким-то факторам, которые вы для себя определите. Заключаем договор, устанавливают вам программное обеспечение, соответственно, подаете отчетность в электронном виде.